У нас, наверное, самая красивая елочка сегодня. Да, даже лучше, чем в прошлом году. Ой, я так люблю этот праздник. Ты знаешь, дождь еще не хватает, надо выстрелить. А, хорошо. И вообще, ты знаешь, что это? Да счастье. Синицын, муж, на Новый год, что мы подарим? А, кто Синицын? Мы туда только на Новый год на новой машине ездим. Ну, машину. Вообще нас в гости сегодня пригласили. Наши соседи, пойдем, блин, так отпразднуем. Боже, ты такая хорошая, идти никуда не надо. Как эта елочка. Да. А ты сейчас дождик повесишь, то будет вообще очень красиво. И обязательно надо пойти сегодня ее праздновать, Новый год. Такой праздник. Ух. Да, на самом деле даже идти никуда не нужно. Просто он отец хочет идти. И мы не можем его слышать. Отец! Врачи сказали, два дня должен умереть, он третий день лежит. Заводить. Может, пойди лучше на кухне там, ну, приготовь что-нибудь к Новому году. Давай, давай. Что случилось? Сейчас, дай мне А ты помирать собираешься? Еще водки, я 1 литр выпью. Я не переживаю, не умирай. Ой, Петя, ты не умрешь. Ой, жизнь прожит, а. Ой, тяжко мне помирать. Да не говори новостей. Все хорошо, Новый год, праздник отпразднуем. Все как у людей будет. Слушай, Петька, жизнь мальца. Мальцом был, так отец уже крутил меня. Ой, подрос потом, учиться пошел, техникум закончил. Ну, потом женился, как все люди. Ну, там ты с Клавкой появились. Ну, вот видишь, не зря уже жил. Хоть детишек вырастил. Ой, балбесом породил. Ой, что ты почитаешь? Ой, Петруха, 40 лет на одном предприятии проработал. Ой, грамоту давали. Вот видишь, уважаемый почетный человек. Мастером поставили. Ой, Петька. Ой, на пенсию пошел, так забыли все. Нужно никому стал я. Опять причитаешь ты. Праздник сейчас. А ты считаешь? Ты промаялся, кому такая жизнь? Да, жизнь коню подходит. Ой, зачем жил, спрашивается? Какой прок в жизни в этой Петруха? Не понимаю, столько пользы человечеству принес, теперь говорит, что ничего не понимает, никакого смысла нет. Помираю. А ничего, бать, не волнуйся, все хорошо было. Помираю, Петруха!
И у меня, кстати, 75-й. Новый год, сам понимаешь. Сейчас тут много. Так что осталось тебе 10 минут. Можешь с росточками попрощаться. Сынок! Сынок! Вы избавитесь от всех страданий, посмотрите. И самое главное, от рождения, старости, болезни и смерти. Здесь говорится, что для души нет рождения и смерти. И смерти! Умер одна девушка. Петруха! Правильно! Правильно, Петруха! Правильно! Хватит, спасибо вам. Ну, дедушка, а вы читайте книжку, ой, будьте счастливы. Спасибо. Держите, Петруха. Спасибо вам. Всего хорошего, до свидания. Петруха. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Ни смерти! Петруха! Смысла жизни. Кстати, ты меня спрашиваешь. Какой-то вот эта книжка. Те подарочки на память. Скоро я вернусь. Надолго? Скоро вернусь. Но времени тебе хватит прочистить эти книги. Здесь история, это правда, но... С исключением одного процессора.
Ой, а я, наверное, к вам звоню, да? Лега. А вы? Кто мой? Точно, слушайте, а я звоню, да ничего никто не открывает. Да ладно, чего, отсылаешь? А я к вам. Конечно, да. Книги хорошие? Да, для тех, кто в семинаре учится. Оля, покупай. Покупай книги, говорю. Покупай книги, выбирай книги, говорю. Ну, в школе же учишься. Ну, книги читать надо. Посмотри, книги какие красивые. В наше время таких книг не было. Бери пока. Я заплачу. Оля, бери книги. Бери книги. Бери книги, посмотри, какие красивые. Подарок мы ему сделали. И бери, да и уже. Хороший человек, посмотри в лицо. Сколько дала? Просто все пожертвовать. Это только из-за того, что я удивительный человек. Люся, к нам пришли с книгами, пойди посмотри. Какие книги? Алкоголь проклятый! Опять со своими книгами! Видеть тебя не хочу! Спасибо, Оля. Скажи спасибо. До свидания, всем хорошего. Спасибо вам. Заходите еще в гости. Это вообще гости. Ой, вы знаете, что вот мы такие книжки рассказали, они очень интересные. Вы, наверное, где научите, вам сколько? 18. Да. Вы знаете, у меня тут дверь захлопнулась, и денег нету. Здравствуйте! Вы знаете, у меня есть книжки распространяются. Какие деньги на тебя духовно жить? Тут у нас там, знаете, такая удивительная книга, да? Вот посмотрите, это такой роман, да? О таком великом индийском ученом, да? Знаете, он приехал в Америку, да, в 70-е годы. Это банки, наркоманы, это ужасы, когда есть. Он носит такое чистое духовное знание. Вот они так хранит. Роман, да, очень интересный. Знаете, такой очень известный индийский святой, да, что дочки, да, 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 дочки, да,
Сейчас зайдем, ничего не... Что ты на коричневое, на синее? Это не где? Подождите, Роман, да? Цветовый. Мне почитаться так не читаю. Роман? Сколько вы говорите? 150 тысяч сердечки. Один. Скажите, свои? Под коричневым это ничего не делали. Я так не хотела. Может, цветой там? Пожалуйста, а вы тоже продадите? У меня зима будет. У меня дверь закрылась. А что же вы теперь будете делать? Маму жду. Если не подождать, она у вас купит книжку. Арина! Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил Иисус. Вот они в церковь приходят, вот они приходят в церковь, становятся, голова, волосы распущены, не покрыто ничего. Батюшка, они даже не покланятся. Зачем ходить? Зачем? На что ходить в церковь? На что? Я не понимаю. Хоть, ты видишь, вы хотите. Вот, не понимаю, что ты хрен. Что ты хрен ходить? Я тоже чабую никуда ходить. Пришла такая, волосы распустила, ходите, она вот с чабой, она тут запошла. Это же вот тут жары эти сутки. Мне тут Минка с 6-го этажа. Главой про батюшку такое рассказала. Шла я на учора вечером говорить про нашего батюшку. Говорить, так что? И тут это я вечером, ну, от Анатолия, ну, говорит, брат, шла, не могу. И тебе и друг, ты ж батюшка с гэтой, ну. Где ты в Бога веришь? Знаю я, я не верю. Сегодня это вообще нельзя. Все же ходить об этом. Никого, кроме Петра и Анны. Да, вот его хочешь. И вот его юбки понадеваются такими короткими. Работать не работать. Чего я не работаю? Воскресенье. Работать нельзя. Воскресенье такие 10. Это прочищаться, в церковь ходить и все. Я не работаю, как будто нема других дней, где работать. Я работаю. Ты уже не работаешь. Шею, эти, мы эти, все, что можно. Господи. А вы что? Здрасте. Вот такие книжки распространяют. Так это же книжки от сатаны. Не слышали? Они ждут по радио, батюшка говорит, если будут ходить вот такие реакции. Ходить, пахать, все. Вот ходить, плохо, пахать, книжки не распространяют. У нас есть проблема. Вот что мы читаем. Мы верим в Иисуса Христа, да, Святая Церковь. Да, у нас есть лица. Да, мы все знаем. Что за церква там у вас? Это же на вашей пятидесятники. Пятидесятники такие, баптисты, что на 8 марта. 8 марта адвентисты, я ходила туда. Знаем, это туристы, хоть вообще я буду снег собирать, я лодя, у нас есть санва, мы туда жертвуем. Мы ходим свежие ставим, все, и даже не проходи сюда и с этими книжками мы даже блядь. Не буду я это читать, что мы будем читать, мы глядя прочитаем. Гляди некой страшиво. Я прыгаю, а что там? Боже ж ты. Как у
смотрите-ка, тут такие картинки, обесы, глянь. Ой, нет, тебе еще хата еще сгорит. Вот пришел время. Ну что? Вот. Это все было понятно. Это все страны. Да. Да. Не про это. Красиво картинки? Вода же. И ты с некими вилами, блядь. А это дорога. Что мы даем вилы? Интересная книжка. Тут красиво. Красиво. И тут хорошо. Шила проживание. Да, тут нету такого, что Библии есть. А, даже по-моему. Что здесь? Можно Италию по земле. Только Господь приходил. А вон у него столбники там есть. Где? В таком мире. В таком мире. Там ничего не будет. Серьезно. Там всегда. Все. Ай, хорошая девчонка. Такая добрая девчонка. Приходите в гости, ну, и ты приходи. Я тебе нужно прихожать в церковь Иисуса Христа. Хорошо.